Всех рада приветствовать на нашей пресс-конференции. Сегодня она проходит немножко необычно в формате, сами знаете, по какой причине. В принципе, мы уже готовы начать. Представляем спикеров сегодняшней пресс-конференции. Александр Евгеньевич Курносов, генеральный директор команды. Василий Анатольевич Чижов, спортивный директор и главный тренер команды Томми Ламс. Александр Евгеньевич, начнете, наверное, да? С вас начнем. Да, работаем сегодня формат, вопрос в формате вопрос-ответ. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, не очень обычная пресс-конференция. Надеемся получить все ваши интересующие вопросы и также постараемся на них максимально ответить. Да. Здравствуйте, Алексей Шевченко, «Спортэкспресс». Главный вопрос, что будет с финансированием Салавата Юлаева? Это история, что Роснефть отказала Башнефти в спонсорстве. Поясните, есть ли угроза существования клуба? Спасибо. Если позволите, наверное, я отвечу на этот вопрос. На самом деле мы уже около 3 лет не финансируемся Башнефти или Роснефти, мы финансируемся фондом социально-целевых программ. И на данный момент угрозы для участия всех клубов системы у нас не существует. То есть все клубы системы имеют гарантийные письма от фонда социально-целевых программ. И участие в чемпионатах оно будет, и это касается и Салават Юлаева, и Талпара, и Тароса, и Агидели. Да, мы ощущаем некоторые издержки финансирования, но на основных командах системы это не скажется. Это сказывается на некоторых других вещах, на содержаниях аренах, вот, там еще на чем-то. Но угрозы безопасности и участия в чемпионатах не существует. А все, что касается Роснефти, Башнефти, это к высшему руководству, наверное, клубу стоит обратиться, к фонду социально-целевых программ. Мы финансируемся непосредственно только из фонда социально-целевых программ. И говорить о том, что Роснефть, Башнефть, к сожалению, у меня... Я ничего не могу сказать по этому поводу. Здравствуйте, коллеги. Я написал свой вопрос в чате, но по поводу спортивной школы вот, достаточно большой резонанс вызвала новость, то, что дети в школе Салават Юлаева будут заниматься не бесплатно. Прокомментируйте это, пожалуйста. Насколько там ситуация сложная, учитывая, что говорилось как раз про финансирование. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. На самом деле этот вопрос еще обсуждается, положение на новый сезон еще не подписано, оно прорабатывается. Но да, действительно, мы хотим, чтобы на начальном уровне подготовки был небольшой родительский взнос такой. То есть это касается для ребят младше 2009 года. То есть вплоть с 2009 года и старшие, все занятия как были бесплатные, так и остаются, так же, как обмундирование, участие в турнирах и так далее. Все эти расходы остаются бесплатными. На группах начальной подготовки, да, действительно, мы хотим внедрить такую практику, потому что очень много ребят, и несколько не хватает нам там финансирования по всем вот этим бюджетным нормам, которые сейчас мы внедряем в спортивную юношескую школу и детскую юношескую школу. Поэтому приняли пока такое решение, но на самом деле оно еще окончательно не принято. Мы еще консультации будем проводить, но, скорее всего, мы пойдем на это. Да, да, позвольте мне еще один будет вопрос, Александр Евгеньевич, если можно. Да, Александр Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы узнать, какова ситуация с судебным делом вашим и ЦСКА против континентальной хоккейной лиги, извините, если такая формулировка резкая, в связи с наложила на вас и на ЦСКА за превышение потолка зарплат. Когда должно состояться судебное слушание в торгово-промышленной палате? Да, действительно, такая ситуация существует. Я не могу комментировать за ЦСКА, это, пожалуйста, обратитесь к ним. Что касаемо нашего клуба, мы подали апелляцию в арбитражный суд при торгово-промышленной палате.
Пока еще дата судебного заседания не назначена. Здесь логика очень проста нашего клуба, что чемпионат завершился досрочно. Клуб, идя на превышение потолка зарплат, рассчитывает получить максимальное количество прибыли из этого. То есть если бы мы понимали, что мы будем, наша цель там первый раунд, мы бы не превышали потолок настолько, насколько мы его превысили образно. Мы понимали, что мы можем пройти дальше, получить дополнительные доходы и в соответствии с этим заплатить штраф за превышение потолка зарплат. Чемпионат завершился досрочно. Если бы мы вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина, мы бы, безусловно, сразу бы оплатили штраф, как это сделали те клубы, которые вылетели. Но мы должны были идти дальше, мы не дополучили эти доходы, и мы хотели бы хотя бы в каком-то процентном отношении, чтобы это учли руководители лиги, но, к сожалению, мы пока находимся в правовой плоскости, будем двигаться дальше. Надеемся, что нас услышат в арбитраже. Спасибо. Вопрос, здравствуйте еще раз. Вопрос тренеру. Кугрышев у вас играл на турнире в Уфе, потом по семейным причинам пропустил турнир в Казани, но Салават Юлаев много отрабатывал на турнире в Казани. Где вы сейчас видите Кугрышева? В каких сочетаниях, с каким центром, в каком звене? Как вы вообще видите его будущее в команде? Спасибо. Спасибо, добрый день. Кугрышев, he was sick during the tournament in Kazan, so that's why he didn't play. Кугрышев в Казани не играл, потому что болел. I think Kugrišev is a good player. He's a skillful guy. He can score goals like we saw last season. And let's see. Hopefully he can play now during our first road trip. And I think he's going to start with Воробьев. Кугрышев отличный игрок, который в прошлом году забил очень много голов. Поэтому посмотрим, где мы будем использовать его. Мы возьмем его в первые игры на выезд и, возможно, будет играть вместе с Воробьевым. Да, здравствуйте. У меня тоже к главному тренеру вопрос, если можно. Томми, скажите, пожалуйста, у вас вот в тренерском штабе все-таки будет такие 4 достаточно сильных тренера, да, Козлов, Цулыгин работали уже главными тренерами, для вас это такой КХЛ, первый опыт. Как вы будете между собой распределять обязанности, кто за что у вас будет отвечать и как вообще сейчас вот чувствуете друг друга, как работает тренерский штаб? Спасибо. First of all, I want to say that I really believe that coaching staff are working together. Во-первых, хотел сказать, что я очень верю в наш тренерский штаб. And I think all our coaches now they're like they want to improve, they want to learn something every day. И в каждом днем мы все вместе работаем, мы каждый раз улучшаем нашу работу и учимся чему-то новому. And I think that's the main thing if we want to reach something. That's the main thing if we want to reach something as a team. И это то самое главное, за счет чего как раз-таки мы должны достигать наших главных целей, за счет командной работы. Of course, I have a main responsibility for everything. But at the moment, Chulukin, he works with the defensemen. Да, главная ответственность, конечно же, лежит на мне. Николай Леонидович Цулугин работает в первую очередь защитниками. And Kozlov, he has a big responsibility about special teams, especially power play. Виктор Козлов отвечает за большинство и меньшинство. Михаил Васильевич also he works with the forwards and younger boys and with the power play. Васильев также работает по большинству и с молодыми нападающими защитниками, по молодежи в основном. During the games, I work with the forwards and to look in with the D's. В течение игры я работаю по нападающим. But it's basically like I said, it's a cooperation and hopefully I can bring something a little bit more European style for the coaching staff, how we work everyday life. Но вообще, в принципе, самое важное то, как мы вместе работаем, как мы вместе коммуницируем, и
принципе, я как раз это и хочу привнести, вот эту общую совместную работу в европейском стиле. And at the moment, I really believe our coaching staff, and I'm really satisfied the how we work, and also like personalities. I really believe that we really can work well together. Еще раз повторю, что очень верю в наш штаб, удовлетворен, как он работает, и думаю, что можем много достичь. Здравствуйте. У меня есть вопрос к генеральному директору Салтюваеву по поводу смены логотипа. Вопрос звучит так. Почему в клубе решили сменить логотип практически единоличным решением? Многие ваши сотрудники в клубе были против этого решения, и этот логотип делал не профессиональный дизайнер Михаил Иванов. Он не является дизайнером, он художник-оформитель. Почему? И почему клуб не, при этом не делает полноценный ребрендинг, как другие команды КХЛ? Спасибо. Это первый вопрос. Добрый день. Я так и не понял. Еще раз сформулируйте, пожалуйста, каким образом? Почему в клубе решили сменить логотип практически единоличным решением? Почему вы не послушали своих сотрудников, которые были против этого решения, и почему доверили дизайн логотипа непрофессиональному дизайнеру? Мы решили не сменить логотип, а сделать его ребрендинг. Ни один из сотрудников клуба не возражал против этого. Выбор дизайнера находится в компетенции клуба. Угу. А если можно сразу вдогонку еще пару вопросов. Полгода назад в интервью вы сказали, что к концу сезона ждет реорганизация пресс-службы. Но по итогу никаких изменений не произошло. Почему вам не удалось держать свое слово и реализовать задуманное? Потому что у нас упали очень сильно доходы клуба и не смогли в полной мере сделать то, что задумывали. А есть еще один вопрос, если позволите, вот пока меня включили. Многие клубы во время пандемии перенесли, сделали акцентированную работу в социальных сетях и увеличили продажи в онлайн. У Салтюваева в социальных сетях был максимально пассивен, и нынешнюю работу СММ сложно конвертировать в заработок. Вы считаете, что это большая проблема, когда другие клубы в КХЛ зарабатывают в социальных сетях, а Салават это не может сделать? Мы также зарабатываем в социальных сетях, и онлайн-продажи у нас идут на достаточно высоком уровне. Спасибо. Добрый день, как меня слышно? Хорошо. Добрый день, хорошо. Владимир Бакулин, Континентальная хоккейная лига. У меня вопрос к Томе Ламса. Томе, как оцените предсезонную подготовку команды в целом? Хватило ли вот этих 9 сыгранных матчей? И вообще, насколько команда готова к старту чемпионата? И чем занимались последнюю неделю перед чемпионатом? Спасибо. Спасибо. So far, first 8 weeks with the team, I'm really satisfied how we worked and how commitment our team is. В принципе, мы довольны, как команда взаимодействует, как команда готовится к сезону. Именно взаимодействие внутри команды. Only like a, can I say it was a problem? I don't know, but we worked all the time here in Ufa, and normally we have this camp. Example Finland, so it was a long time to spend here in Ufa, same place. Единственное, что поменялось, не можно назвать это проблемой, что все это время проводили в Уфе, потому что обычно мы выезжали в Финляндию на тренировочный лагерь. About games, you asked about amount of games, 9 games. I think it was exactly good amount of games for us. По поводу количества игр, 9 игр у нас, в принципе, то именно количество, которое у нас удовлетворяет, которое мы провели перед сезоном. And first 2 games against Auto, we just like we shared team and we played 2 games. We tried a lot of young boys. В первых 2 играх против Автомобилиста мы как бы изучали команду, посмотрели, как она действует, и проверяли молодых ребят. And after that, our own tournament, we continued same with the same plan. We wanted to give responsibility for our young boys. And I think we won this tournament, and the games were really good. And after that, we had a lot of information about our situation.
рады, что выиграли домашний турнир, на котором нам удалось придерживаться плана, и мы проверяли также наших молодых ребят. После этого мы получали достаточно количество нужной информации о том, как игроки себя чувствуют, как они себя ведут. And then we played really, really four really good games, hard games in Kazan, and that was like a really, really good and important part of our preseason. После этого мы отправились в Казань, где провели 4 хороших и сложных игры, которые стали для нас такой хорошей реально проверкой перед сезоном. And I think how we started against Metallurg, we started really badly. First 20-30 minutes we played badly, but after that I'm really satisfied how we improved our game, how our guys respond, how we want to play in the future and during the season. Первые 20 минут против Металлурга мы достаточно очень плохо действовали, однако после этого ребята смогли улучшить свою игру, и вот как раз-таки этим я и доволен. And also it was like a kind of really good test for our new players. Example, I saw first time how Кранлунд play against like a top-level teams. Для таких игроков, например, как Маркус Гранлунд, соперничает с такими сильными командами, как Барс, Металлург, ИСКА. Это была отличной проверкой своих сил именно игры в России. And also example our young defenseman Muhammad Ulin, how he respond when opponent was so hard. Также, например, Мухаммад Улин, наш молодой защитник, очень здорово как раз-таки отвечал на этот как вызов, скажем так, да, потому что матчи очень тяжелые были, и поэтому он себя хорошо проявил. So basically we had plans, we had topics for the preseason, and my opinion, we reached all those goals, what we wanted. Перед сезоном у нас были планы и задачи, и, как мне кажется, по мнению, мы их смогли достичь. So now, before the season, I'm really confident to go to the regular season. Сейчас я достаточно уверен в команде и в себе, что мы готовы к сезону. And last week, how we spent these days, it's basically we start focusing a little bit our first opponents, first Torpedo, second one Severstal. Последние недели перед стартом мы уже стали сфокусированно работать над играми к нашим соперникам Торпедо и Северстали. And for sure we work with our special teams. И также мы работаем над большинством и меньшинством. PK, power play. Коллеги, спасибо. Спасибо. Всем добрый день. Надеюсь, меня хорошо слышно. Приветствую также журналистов. Я хочу задать сначала несколько вопросов для гендиректора Александра Курносова. В первую очередь о логотипе. Вы сказали, это не изменение, а ребрендинг. Во-первых, для чего этот ребрендинг, зачем он нужен? Довольны ли вы результатом? Потому что лик Салавата на этом логотипе смещен из центра в сторону. Ну, вы знаете, добрый день, Азамат. Вы знаете, что современные тенденции идут к минимизации таких деталей мелких. Мы обратились к дизайнеру, он предложил нам такой вариант. И в то же время мы не хотели уходить от нашего традиционного лика, от Салават Юлаева, потому что очень тяжело что-то придумать в этом плане и не уйти от этого. Мы его немножко увеличили, сделали... Нам кажется, что он стал выглядеть интереснее, лучше и красивее на форме, которая сейчас будет представлена. Сегодня будет презентация формы. Я думаю, ближе к вечеру в социальных сетях. Я думаю, многие болельщики оценят. Как раз о соцсетях, работе в интернете и информационном обеспечении. В интервью в июне 19-го Сапкору 02 вы сказали, что нет таких возможностей, как у Авангарда и СКА. Тем не менее, есть КХЛ-примеры, когда не такие богатые клубы показывают хороший уровень, например, Спартак-Сибирь. Считаете ли вы, что Салават делает достаточно? Будут ли задействованы в шоу игроки? Будет ли увеличен бюджет на организацию шоу? Главное, чтобы это шоу вообще было. Мы очень хотим, чтобы это шоу было.
На данный момент это шоу, все предматчевые шоу находятся в таком непонятном состоянии, когда лига не совсем разрешает их проводить. И нам тяжело сейчас прогнозировать, что будет в предматчевых шоу, какие будут предматчевые моменты. Но, безусловно, мы работаем над созданием каких-то новых интересных моментов и новых моментов в соцсетях. Будем работать над собой, улучшать контент. Мы постоянно растем во всех соцсетях. Мы видим, что есть некоторые положительные сдвиги. Да, нам, может быть, чего-то не хватает, но мы работаем над этим. Окей. Далее хочу задать несколько вопросов для Томми Ламса. Первый, он о ведущем звене. Гранлунд и Манинин часто менялись на вбрасываниях. Это поиск постоянного центра или намеренное решение? Face-offs are a big part of the game, and it's really important that when you go to the face-off, you need to have a good confidence. So I think both guys, they can play in the middle, so they just together, they try to find best option and best feeling for the face-off. Вбрасывание – большая часть игры, поэтому в данном случае ты должен быть, когда на вбрасывание ходишь, быть себе уверен, поэтому, в принципе, ребята порой могут и между собой определить, кто лучше готов к этому. Also, there is some moments, we have some plans when we win, when we lose, and sometimes we want to put Manninen in the middle, sometimes Granlund, and I think we have so many options, so that's the one reason why we want to change and try different options. Ну, и бывает по ситуации, что у нас есть несколько вариантов, поэтому пытаемся использовать разные вариации, используем граунда, майнинга, чтобы... Потому что иногда в игре ты проигрываешь брасывание, выигрываешь брасывание, поэтому это момент опциональный. Вы ждете прогресса от Манинина, потому что в том сезоне он в позиционных атаках в большинстве бывало мог даже шайбы не касаться, Умарк все контролировал. А сейчас у него хорошее взаимопонимание с Гранлундом, и он может чаще играть именно с шайбой. Yeah, we'll see. I really like him as a player. He's a complete player. He can play both ways. He's a good skater. He has like a good hockey sense. His skills enough. Посмотрим, что будет в сезоне, потому что, как мы знаем, Манин умеет играть и в защите, и в нападении. Это, скажем, такой комплит завершенный игрок, поэтому у него все для этого есть, чтобы стать лучше. And at the moment, Granlund, when Manninen plays with the Granlund, I think Granlund he's a pretty solid. It's easy to play with him. So he's a totally different kind of player like Umark. So I think now our first line Manninen, Granlund, Hartikainen, I think there is a really good chemistry and boys can really will communicate together and I really believe that now at the moment Manninen he plays with good confidence. Думаю, что в этом сезоне Манин будет еще более уверен в себе, потому что между ним и Гранлундом Граундом и Хартикайном отличная взаимосвязь, отличная химия. Плюс мы не будем забывать, что в отсутствии Умарка у нас появился Граунд, который играет немножко другим образом, и поэтому здесь появилась другая вариация, потому что мы знаем, что Умарк больше находился шайбой, а Граунд больше играет на команду в этом плане и старается действовать в защите и в атаке. Вас не беспокоит, что защитники в силу возраста могут оказаться слишком медленными, особенно в плей-офф? We'll see. We have 60 games before the playoffs, and we really want to improve our game all this regular season, and we'll see. And we need to also remember we have an example. I already before mentioned Muhammad Ulin, how we respond during the season, and I don't know. I'm not worried about that. Ну, в принципе, я об этом не беспокоюсь, потому что у нас есть 60 игр в регулярном чемпионате, чтобы посмотреть, что будет. Тем более у нас, например, есть молодой игрок Мухаммадулин. Он хорошо себя проявляет, и посмотрим, что будет в сезоне. Хорошо, тогда я готов задать несколько вопросов для Василия Чужого, если вы не против. Первый вопрос будет о вратарях. Подписали Владислава Сухачева. Сформулируйте, зачем он нужен, если Мэтсла сыграет большую часть игр, а оставшиеся можно дать молодым голкиперам и системы. Добрый день.
Ну, отвечая на этот вопрос, могу сказать, что Сухачев у нас есть молодой вратарь. Он у нас просто проучаствовал в обмене. Мы, как вы знаете, в прошлом году Кореев у нас отправился в Финляндию. Мы приобрели Сухачева. Действительно, с учетом того, что мы рассчитываем там на небольшой процент количества проведенных матчей его, так как у нас есть основной кипер, это Юха. Вот. Остальное время должен забирать он. Плюс на подходе у нас есть молодой Брагинский, который обыгрывается второй у нас. И Шмаков, которого также молодой парень, тоже который получает время второй. Будем смотреть все системы и будем привлекать на игры за Салават. То есть считаете, что Брагинский не готов быть вторым номером на данный момент? Ну, считать об этом больше должен, конечно, тренерский штаб во главе. Вот, если говорить про вратарей, то у нас есть тренер по вратарям, он будет определять, кто готов на данный момент, а кто нет. Ну, на данный момент Дима Брагинский еще достаточно молод, ему нужен опыт, конечно, для того, чтобы конкурировать. Ну, по крайней мере, с тем же Сухачевым. Окей. Максимальная зарплата в «Авангарде» 60 миллионов. Есть ли внутренний лимит у Салавата? Ну, по зарплате это больше, наверное, Евгений Александрович. Нет, у нас внутреннего лимита нет, но мы исходим из потолка зарплаты. Можете сформулировать, что требуется от Тароса и Талпара? В последние несколько лет практически не было от системы игроков для основы. Был Гематов, но он вернулся из Екатеринбурга. И был Станислав Гореев, его обменяли. На кого рассчитываете в экстренном случае, если придется игроков из-за коронавируса менять? Ну, во-первых, если учитывать результаты прошлого сезона, то очень большая у нас группа ребят подошла, те, которые могут у нас зайти, я думаю, зайдут в этом году в обойму главной команды. И они на турнирах пробуются, и тренерский штаб на них рассчитывает. Это как раз ребята, которые прошли уже систему Талпара и Тароса, уже и там они поиграли. Тут фамилии много можно называть сейчас. Вы же наблюдаете за ними. Да. Про Талпара, развивая тему, назначен Игорь Гришин. Почему снова специалист со стороны, а не уфимцы? В частности, сейчас Сулейманов работает в Сырарке, Полозов в Ижевске. Хлыстов, по-моему, вообще свободен. Почему не давать шанса своим уфимским тренерам? Они же есть. Ну, во-первых, те, которые вы назвали фамилии, мы им предлагали тоже различные роли. И в той же молодежке там, с Сулеймановым разговаривали. Ну, по Сулейманову он принял решение пойти дальше там развиваться. Поэтому выбрал Сырарку. Значит, и с Хлыстовым тоже разговаривали. Но он решил взять паузу пока в работе своей. Вот. На роль, чтобы нам доверить роль главного тренера в Талпаре, уж очень такое достаточно ответственное место. На данный момент мы не видели кандидатуры среди наших молодых тренеров на эту роль и решили остановиться на кандидатуре Гришина. Хорошо. Тогда последний вопрос, он не совсем о Салавате. Я хочу его задать Александру Евгеньевичу Курносову про Агидель. Грозит ли женской команде переезд в Нефтекамск? Это мой последний вопрос. Я думаю, не слишком правильно фраза такая «грозит ли». То есть мы рассматриваем разные варианты, и в том числе в Нефтекамске у нас нормальная площадка для проведения матча, там играет клуб БХЛ. Мы действительно рассматривали такой вариант, чтобы Адидель играл в Нефтекамске. Ну, в этом сезоне, скорее всего, это не будет, она будет играть здесь, в Уфе. В будущем почему нет? Это вполне хоккейный город. Вполне. Я не понимаю, почему такой шум был создан из того, что мы просто рассмотрели такую вероятность, что команда может играть там. И нам это не слишком понятно. Ну, на данный момент команда осталась в Уфе. Мы поняли, что по логистике лучше, чтобы она играла в Уфе. Но в будущем мы не исключаем такую возможность. Хорошо, у меня все. Всем спасибо. Один вопрос у Томи Лямси. Это по поводу Егора Сучкова. Много о нем говорят. Мы посмотрели, неоднозначное такое впечатление оставил во время предсезонной подготовки
Что, какие минусы у него увидите, чтобы стать игроком основного состава, или, может быть, никаких минусов нет? И сразу же второй вопрос задам кому-то из менеджеров, чтобы потом с микрофоном не мучиться. Все, вы, понятно, в потолке зарплат. Сколько у вас есть свободных средств? Есть ли эти свободные средства, если кто-то там появится на рынке? Насколько вы потратили вообще в этом году свой фонд? Спасибо. Okay, спасибо. First, I want to say Сучко, he's a really, really interesting young player. He's, I think, during the summer, he's been improving a lot. Что хотел бы сначала сказать, что Сучков молодой и очень интересный игрок, и в течение этого лета он достаточно сильно прибавил. He's a really good skater. He's unexpectable on the ice. You don't know what's happening. It's really like I really believe that fans they love that kind of player. У него отличное катание, и он достаточно такой непредсказуемый игрок на льду. Я думаю, что фанатам должно понравиться, как он действует. He has a character. He can like we saw last tournament in Kazan. He gave like hard hits against big strong players. He played in front of the net. He's like even he's a little bit smaller guy, but character is awesome. Хотелось бы отметить его, в первую очередь, характер, потому что, несмотря на то, как его против него играли силовой хоккей, особенно перед воротами, он не боялся, шел также на ворота, действовал агрессивно. And this is now, at the moment, it's the first season for him when he plays like with the men's, inside the men's team. And he also need to understand and he need to improve his understanding that professional level, we're looking for, only what we're looking for is winning. So far, because he has so huge energy, a little bit stupid, easy penalties, sometimes decisions with the puck, still like kids hockey. But I really believe this guy, he has a bright eyes, so he will learn, I'm sure. Для Сучкова это первый сезон на взрослом уровне, и сейчас самое главное для него – это осознать и понять, что такое профессионализм, не допускать, например, глупых удалений, не терять шайбу в простых ситуациях. Я действительно верю, что у него светлые, скажем так, хоккейные глаза, поэтому и светлый ум, поэтому посмотрим, как себя проявит. Да, что касается потолка зарплат, да, мы действительно в потолке зарплат, и у нас есть небольшой резерв для усиления в дальнейшем. Пришлось в этом плане поработать и с теми игроками, которые остались в клубе, там, переподписали бонусы, переподписали некоторых условия. Я бы не хотел говорить о конкретных цифрах, потому что, чтобы агенты не понимали, сколько у нас есть денег. Вот все мы говорим, что у нас денег нет. Может быть, на самом деле они есть, поэтому для этого... Но в целом мы, как бы, безусловно, думаем, что в течение сезона могут быть еще усиления различные. Все, если все, мне все. Включите звук, Алексей. У вас очень запутанная система со звуком. Вот. Не хотелось, чтобы в сезоне так было с большинством, например. Да, я разберусь обязательно, Алексей. Потому что так у нас шансов не очень много. Вы не хотите называть цифры, но хотя бы примерный порядок. Вот мы там знаем же, что там у кого-то 35 миллионов есть. Это до 100, больше 100, меньше 100. Вот в запасе, чтобы вы четко... Меньше 100, Алексей. Да, спасибо, и звук можно выключить. Спасибо. Прошу прощения. Так, у меня есть вопрос спортивному директору Василию Анатольевичу Чижову. Василий Анатольевич, смотрите, за 2 года вашей работы каждый год в команду приходит как минимум один белорусский хоккеист. Связано ли это с тем, что скаут команды Алексеев ранее работал в белорусском хоккее? Нет, не связано никак.
Хорошо, спасибо. Раз есть возможность, пока включили, дальше второй вопрос задам. А по итогам прошлого сезона на пресс-конференции вы поставили себе оценку по трансферной политике 5. А в этом году команда стала слабее. Как можете оценить трансферную политику на первом этапе? Я думаю, что мы снова неплохо поработали. Оценку сейчас я не буду ставить. Может быть, действительно, я тогда поспешил, но результаты показывали, что мы на правильном пути, надеемся, и в этом сезоне у нас будет все в порядке. Если позволите, третий вопрос. Год назад мы собирались тоже на пресс-конференции, и там была очень громкая история с Тимуром Бараевым, да? Вы говорили, что все решится по закону, будет суд, правоохранительные органы разберутся. Александр Евгеньевич Курносов говорил, что мы будем делать так с каждым, кто нас оклеветает. Ну, в итоге ничего не было, дело в ход не пошло. Никакого решения нет, и все эту ситуацию, как можно сказать, так, на тормозах спустили. Почему в итоге ничего не произошло? Нет, у вас неправильной информации. Правоохранительные органы разобрались там, и все, как говорится, решили. Да, а можно узнать исход, потому что вот... Нет, я сейчас не буду на этом останавливаться. Это как бы не относится к нашей спортивной части. Давайте я вам просто... ответил то, что правоохранительные органы разобрались, и что именно с Тимуром. Угу. Спасибо. Быстренько последний вопрос, чтобы не задерживать остальных коллег. Я даже не знаю, и Александру Евгеньевичу, и Василию Анатольевичу. Насколько велик кредит доверия к Ламсе? Будет ли к нему полное доверие, даже если Салават Юлаев будет стабильно для себя за последние годы неровно проводить регулярный чемпионат? Потому что одним из аргументов прихода Ламсы в клуб было то, что у Цулыгина не было стабильной регулярки. У Томми Ламса огромный кредит доверия. Это весь ответ? Да. Спасибо большое. Василий Анатольевич, вам, наверное, вопрос по поводу Кирилла Кольцова. Человек уже месяц работает в системе клуба. Это, наверное, ваша с Александром Евгеньевичем была, да, инициатива его пригласить. Расскажите, пожалуйста, как вот прошел этот месяц для Кирилла. Планируете вы, может быть, его дальше развивать? Все-таки он человек для Уфы родной, когда как бы вот как тренера, как специалиста уже более высокого класса. Томми, и вам небольшой вопрос. Остается ли Панин капитаном? И кто будет альтернативными капитанами? Может, вы где-то это говорили, я просто прослушал, извините, если повторяюсь. Ну и про Кольцова вот к руководству, соответственно. Спасибо. Ну, могу сказать по Кириллу, что он нас приятно удивил своим отношением. Я думал, что он будет более пассивный, как бы будет переходить долго от игрока к тренеру. Но он очень здорово взялся, как говорится, засучив рукава. И весь свой опыт сейчас, который у него есть, он пытается передать молодым воспитанникам нашим. Вот сейчас вот он со школы начал, там с несколькими возрастами работает. И с селекцией помогает, и свое видение очень хорошее. И еще очень много моментов, которые он правильно и в пример другим хоккеистам, которые закончили. Но в этом плане от него могут они поучиться. И, ну, то есть мне очень приятно, что он у нас, и как он взялся именно за свое дело. Panin is a captain and assistants Teemu Hartikainen and Vova Sarkov. А по поводу капитана, Панин остается капитаном, ассистентами будут Teemu Hartikainen и Владимир Жарков. Добрый день всем присутствующим, добрый день коллеги. Первый вопрос у меня к Александру Евгеньевичу. Ну, такой банальный, но без которого не обходится ни одна предсезонная пресс-конференция. Какие задачи, с какими задачами команда входит в сезон? Добрый день, Алексей. Команда заходит, как обычно, с максимальными задачами. Тут по-другому быть не может. Клуб «Салават Юлаев» ставит всегда самые максимальные цели. У нас задача одна – это выиграть Кубок Гагарина. Томми Ламс всегда говорит об этом в раздевалке, и всем ребятам, у всех ребят будет только одна цель – выиграть Кубок Гагарина. Ну, еще вопрос такой. Мы видим, что в Москве 50% уже зрителей пускают на матчи, в Челябинске объявили, что так же будет. Будет ли Салават Юлаев добиваться увеличения квоты зрительской в чемпионате?
На данный момент у нас есть разрешение о проведении матчей с 25% зрителей, но мы общаемся со штабом по распространению коронавирусной инфекции и общались с главой республики по поводу возможного увеличения присутствующих зрителей на матче. Сейчас посмотрим, как будет развиваться ситуация в республике. Если будет все нормально в школах, и не будет никаких вспышек нигде, мы надеемся, что мы получим разрешение на 50% зрителей. Очень надеемся на это, потому что 25%, опять клуб теряет очень много доходов, и у нас не хватает некоторых моментов для того, чтобы покрывать эти наши расходы. Спасибо. Василий Анатольевич, вопрос. Ну, предсезонные матчи – это для тренерского штаба возможность какие-то наработать схемы, а для менеджмента, наверное, в первую очередь возможность посмотреть, кого не хватает в команде, какие позиции нуждаются в усилении. Есть ли у вас какие-то мысли на этот счет вот после 9 проведенных матчей в августе? Ну, есть мысли, мы их обсуждаем и с тренерским штабом. Наша задача сейчас, как говорится, чтобы вот этот максимальный, который у нас есть, состав, вышел на ближайшие игры. Естественно, ищем пути усиления какие-то, и мы должны быть все готовы. Какой-нибудь неприятной ситуации, уж не буду ее озвучивать, да, когда мы можем кого-то потерять из ребят. Но для этого мы очень, ну и тренерский штаб, соответственно, очень большую группу молодых ребят рассматривает, и с нами они в поездку едут, так скажем, максимальный состав. Чтобы, если что, как говорится, у нас были в обойме способные хоккеисты, способные, как говорится, побиться за наш результат максимальный. На самом деле, в этом плане... Да, на самом деле, в этом плане сезон обещает быть очень тяжелым, мы уже столкнулись с этой ситуацией. Когда перед выездом на турнир в Казань у нас определенное количество человек заболели, пришлось ехать без определенных игроков, плюс еще в Казани были подозрения на эти моменты, но сейчас лига сделала вот единую систему взятия анализов, мы с этим уже в Казани поработали, довольно удобная система, хочется сказать спасибо большое лиге за то, что они разработали данную программу. Ну вот как раз Василий Анатольевич упомянул молодых игроков. Вот я об одном из них я хотел спросить. Данила Лалыкина мы не видели ни в Салавате Илаеве этим летом, ни в Тарасе, ни в Тампаре. Какова с ним ситуация? И, наверное, у Томми бы хотелось поинтересоваться, какое впечатление этот игрок на него произвел, может быть, хотя бы по тренировкам. Не, ну Данил, он в обойме, на него очень рассчитываем, и у него там небольшое повреждение просто есть, вот он его все никак залечить не может, но в ближайшее время, я думаю, он уже начнет там, тренироваться в общей группе. Мы на него рассчитываем очень сильно. About Alalikin, he's like, I really like his style, he's like a speedy forward with really good attitude. Что касается Алыкина, мне нравится то, как он играет, его стиль такой, его отношение, то такой быстрый атакующий нападающий. And hopefully we can get him back soon as possible, so we can try. Надеюсь, мы снова он вернется в команду как можно быстрее. Ну и последний вопрос у меня еще один к Томми, снова по молодежи. Насколько молодежи будет возможность совершать, скажем так, свои ошибки, или они будут попадать сразу в запас, корос отправляться, если будут какие-то грубые детские ошибки допустить? I think the first thing we need to understand, we try to win the games. So that's the starting point. So, like I always been saying that, even you are young or older guy, you need to learn. That's the thing. В первую очередь, наша главная задача – это побеждать. И что касается молодой ты или старый игрок, это не важно. Абсолютно не важно. And
That's the thing. This is part of this work. We need to balancing between the mistakes and learning. And this would be easy work if after every mistake you can send guy away from the team. So it doesn't work. So I think it's balancing, and we have a really, really talented, skillful guys, and I really want to give some trust for them during the season. Самое главное, это было бы очень легкой работой, если бы ты после нескольких ошибок игроков просто от них избавлялся и взорвал другую команду. Самое ключевое — это учиться и уметь балансировать как раз-таки эту ситуацию. Конечно же, у ребят будет, так скажем, кредит доверия в этом плане, никто не будет их бить по рукам, но ты обязан, самое главное, учиться и адаптироваться, и балансировать как раз-таки в этом взрослом хоккее. And for sure, we try to create strong team as possible during the regular season, and so when we start playoff, we have chance to win. И самое главное, мы хотим, естественно, создать нашу сильную команду, которая будет биться за Кубок Гагарина. Спасибо. У меня есть вопрос. Два вопроса Томми Ламси, один генеральный директор Сотвилла. Александр Евгеньевич, в открытом доступе было видео, где директор спортивной школы показывает документ со льготами и скидками. Так вот, там указано, что сотрудники клуба Салават Юлаева получают, дети, которых там занимаются, они получают льготу и скидку до 100%, а родители, ребенок, который находится на иждивении одного родителя, ну, его содержит один родитель, всего лишь до 20% скидку получает. Объясните логику такого решения. К сожалению, я не рассмотрел документ, который показывал Олег Михайлович на видео, но данный документ мной не подписан на данный момент. Он в процессе проработки. И когда будет подписан, тогда будут озвучены все скидки и решения. Хорошо. Два вопроса Томми Ламси. Доволен ли Томми комплектацией команды? Многие говорят, что линия обороны стала значительно слабее. Now, after pre-season, I'm satisfied. And for sure, during the season, we will see how things going. Говоря после предсезонки, да, я доволен, а что будет во время в течение всего сезона, то посмотрим. I think we have different kind of players for different kind of roles. У нас есть разные игроки, у которых совершенно разные роли. And I believe that when you building successful team, that's the thing you need to find roles for the every player, and the main thing, all guys need to be satisfied the role what they have. И когда ты пытаешься построить успешную команду, ты должен найти абсолютно каждому игроку роль, которая будет удовлетворять и команду, и игрока. А второй вопрос звучит так. Как игра команды поменяется при вашем руководстве? Вы 2 года работали с Николаем Цулыгиным, работали по одной системе. Вот сегодня легендарный игрок Салавата Игорь Григоренко сказал, что он не понимает, за счет чего может команда измениться, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Yeah, I don't know about people, what they say around. Не знаю, что... Не могу сказать, о чем говорят люди, об этом я не знаю. There is a lot of big changes in our game. В нашей игре действительно есть много изменений. And for sure, it takes time when you can drive through all those changes. И абсолютно понятно, что для перемен требуется время. And of course, already, like during the last season, I was inside coaching staff. And we worked together, and we made together decisions. И когда я был в прошлом году в качестве ассистента главного тренера, мы вместе с Николаем Цулыгиным работали, вместе принимали решения. But of course now I have like a last call, and we changed many things. И теперь, как я уже стал главным тренером, последнее слово становится за мной, и мы достигли достаточно уже есть то, чего мы достигли в нашей работе. And the thing is, all coaches, all players inside the locker room, they know what we are doing and where we are going. That's the thing. И самое главное, что все в команде, включая тренеров, ребят в раздевалке, все понимают и осознают то, что мы делаем.
And it's like normal, always before the season, there is so many questions, there is so many opinions. Это нормально, что перед сезоном у людей много мнений, то, как они видят игру. If you win, people are quiet. И когда ты выигрываешь, в принципе, все спокойны, все довольны. If you lose, they start talking more. И когда ты проигрываешь, то люди начинают как больше говорить о игре. This is same in Finland, and I believe it's same in Russia. То же самое и в Финляндии, и, как я понимаю, то же самое и в России. So it's better win some games. It's a better win some games. Так что лучше выигрывать игры. Есть один из ключевых вопросов, на который так вот особенно болельщики просят спросить у руководства Салтилаева. Объясните, пожалуйста, подробно, детально, почему Томми Ламс поменял Николая Цулыгина на посту главного тренера. Чем он лучше и почему были недовольны работой Цулыгина? Если его сняли, значит, чем-то недовольны. Спасибо, болельщики очень просят. Денис, мы несколько раз отвечали на этот вопрос подробно и детально. Ты можешь почитать, пожалуйста, вы можете почитать другие наши высказывания. Там все подробно и детально описано. То есть вы еще раз не хотите людям объяснить, которые вот раз, пишут и не знают? Я еще раз вам говорю, что мы несколько раз уже об этом говорили. Сейчас говорить об этом в присутствии Томи, о том, почему мы его заменили на Цулыгина, я считаю, что это не очень корректно. Если вы хотите, присылайте вопросы, мы ответим вам вполне внятно и конкретно, почему мы это сделали. Спасибо. Надеюсь, что в этот раз вы будете отвечать на письма. У меня все. Пожалуйста, мы всегда отвечаем на письма, Денис. Не всегда. Добрый день еще раз. Хотел бы задать вопрос, наверное, болельщиков, тех, кто ходит на матчи, в первую очередь интересует, как будет организовано. Вот на домашнем турнире видели, что общепит очень ограничен, довольно-таки тихо на арене, развлечения отсутствуют, одна только точка с атрибутикой работала. Так ли то же самое будет в сезоне или все-таки какие-то изменения ждут? Ну, действительно, мы пытаемся работать в новых условиях, и с учетом того, что есть рекомендации лиги о том, что запрещена продажа общепита вне заводской упаковки. Мы стараемся подстраиваться под это. Да, во время первой игры возникли некоторые недопонимания у нас, но потом на остальных играх у нас уже продавалось все. И действительно работала одна точка общепита, но потому что одна точка атрибутики, потому что было довольно мало людей. И в сезоне, конечно, у нас будут работать все точки атрибутики, вне зависимости от того, сколько процентов зрителей будет приходить. Но мы думаем, что мы выработаем правильные правила всей игры, которые нужны будут для того, чтобы в сезоне запускать зрителей. Это, опять же, будут раздачи масок, измерение температуры, постараемся усилить дезинфекцию, чтобы была на каждом шагу. И сделаем все для того, чтобы на нашей арене инфекция не развивалась. И все люди, которые приходили на матчи, были здоровыми и получали удовольствие от хоккея и от игры нашей команды. Ну и вот на эту же тему, это, наверное, всех вот фотокорреспондентов в первую очередь волнует. Будет ли как-то, знаете, организована фотосъемка, потому что фотографов отправили на трибуны, ближе нельзя подходить. На трибунах они закрывают обзор болельщикам, их болельщики гоняют отовсюду. Будет ли как-то это организовано, чтобы ребята могли спокойно свое дело делать? Есть правила работы журналистов на матчах континентальной хоккейной лиги. Я думаю, что у всех журналистов будет возможность с ними ознакомиться. Очень много лига уделяет вот этим чистым зонам, непересечениям, чтобы между чистыми и грязными зонами. Поэтому, вы знаете, что пространство около коробки, хоккейной коробки, является именно пространством чистой зоны. Вследствие этого там не могли работать журналисты, но сейчас у нас есть как бы определенные рекомендации от лиги, по которым там смогут работать журналисты при наличии справок, анализов
и так далее. То есть, ну, это все описано в рекомендациях. Я думаю, что потихоньку-потихоньку все к этому привыкнут и будут работать. Спасибо. У меня все. Спасибо большое. Судя по всему, вопросов больше нет, поэтому всем, кто принял участие в пресс-конференции, большое спасибо и до скорых встреч.